Гаргар, Свиндон, Гарри, сегодня вам расскажу о тех местах, которые не имеют вообще никакого смысла в интернете. В принципе, как и это видео. Ну ладно. Вы когда-нибудь проходили тест на беременность? Уже смешной вопрос, не правда ли? А в интернете тест на беременность. Тест на беременность. Онлайн. Без смс и регистрации. Вот он перед вами, сайт нам говорит, чтобы пройти тест на беременность. И он даже не спрашивает, мужчина ты или женщина. Пофиг. Главное, что надо, это пописать на клавиатуру. Подождать 2 минуты. Нажать на кнопку «Я беременный» или «Беременна». И удалить все результаты через 5 минут, чтобы у вас не приехало и не забрало ЦРУ. То есть... Что за хрень? No urine detected. Откуда он знает? Откуда этот сайт знает, что я не писал на клавиатуру? Короу каждый день. Я думаю, что все вы знаете, что коров... Что коров похищают пришельцы. Коров. Коров. Пришельцы. Фух. Есть даже сайт, на котором размещена петиция против того, чтобы инопланетяне воровали коров. Знаете, сколько петицию эту подписало людей? Скажите мне, это нормально вам? Иди ко мне, я увезу тебя за моря и океаны. У тебя будет свежее сено, 80-дюймовая плазма. Представим тебе 2 человек, чтобы они чесали твои рога. Ох, уйди от меня. Нет. Ну тогда получай. Итак, как вы думаете, что этот сайт делает? Что этот мужчина тут делает? Вообще, какого фига у меня какой-то мужик на мониторе? Что ты тут делаешь? Смотрите в его глаза, он будто бы бросит, пожалуйста, не наводи на меня мышь. А я наведу! А я наведу! И еще раз, падла, это за то, что ты бухал! А это за то, что ты не бухал! А это за то, что ты просто ты! А это вот лещ! И вот леща! И вот еще раз, леща лещом! Господи, это лучший сайт, который я видел. Какие контакты? Какие там социальные сети, фейсбуки? Какие-то интересные сайты для того, чтобы развивать свое мышление, свои интересы, свои мозги, в конце концов. Да есть же сайт, на котором можно хреначить леща лещом по чуваку, который ничего тебе не может сделать. Вот так вот. И сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Смотрите, как сжимается его глаз. Блин, сейчас маслину словлю. Такой, ой, экзамен завалил, вот на тебе. Ты видос не выложил. Ах, ах. Посмотрите, что этот сайт делает. Ты чё то? Ты чё то? Коми... Не буду. Я сказал, не буду. Не буду. Не буду. Кто это придумывает? Кто? И что? И все? Это по-твоему хасл? Это по-твоему хасл? Это не хасл. Хасл вот тут. Хасл в крови. Вот хасл.
Сейчас. Да не-не-не, держи, сейчас тебе будет хасл. Ну что же, если вы тут впервые, то можете подписаться, а также поставить лайк, и да, во всех там социальных сетях можете подобавляться, и ВКонтакте, Инстаграм, и все такое, ну да. А я вас всех очень сильно люблю, и да, всем пока. Ты хочешь сказать, что сейчас лето, только дебил будет в курточке снимать ролик? Каркар Свизгар, и сегодня у нас Тролль Квест, и да, Тролль Квест третий уже, потому что я вроде бы видел первую и вторую часть многих ютуберов, поэтому я думаю, что вам будет интересно смотреть, а вот третий!